Привет! Долгожданное событие определения победителя в акции iPhone 4S от сайта Битва брендов совместно с проектом Призариум. Сейчас будем определять победителя, но перед этим несколько слов информации. Я акцентирую внимание, то, что обязательные условия участия — подписка на страницу Битва брендов и подписка на страницу Призариум. Второе, значит, еще у нас обязательные моменты — это наличие фотографий на странице участника. Мы должны убедиться, что это живой человек, а не бот. У человека должно быть больше 50 друзей. И третье условие — наличие записи на стене. Значит, в данном случае сейчас проблема у нас с удалением записей с призариума, поэтому это мы проверять не будем. Но мы будем проверять четвертый пункт. Зайти в битву брендов и проголосовать через ВКонтакте в любой понравившейся вам битве. Это обязательное условие, эти записи не удаляются, поэтому их наличие мы будем проверять. Ну что, приступим к долгожданному определению победителя в акции. У нас очень 28 888 человек. Все они расположились на 362 страницах. И мы сейчас определим номер страницы. Страница 119. 119 страница. Недалеко у нас. Это посерединке. Так. 9441. 9477. Вот. Открываем страницу. Так, Эдуард Чимовлин или Чимолвин. Значит, что мы должны проверить? Мы должны убедиться, что есть фотографии. Фотографии с Эдуардом. Фотографии у нас есть. Их не то чтобы очень много, но видно, что они есть. Это хорошо. Теперь мы смотрим, что больше 50 друзей. Теперь мы проверяем, вступил ли он в наши группы, необходимые в эту группу Призариум. Проверяем. Эдуард не вступил, так что дальше мы не проверяем. Вот так вот, не выполнив одно условие, Эдуард пролетает с призом. Поэтому мы определяем следующий номер страницы с 1 по 362. С 1 по 362 страница, номер 207. 207 страница, участники 16481, 16560. 481, 16560. Ну, смотрим. 16484. 484. Андрей Ивгрин. Так, начнем сразу с проверки. Значит, больше 50 друзей мы видим. Так, давайте, подождите, фотографии-то есть у Андрея? Девушки какие-то. Андрей. Андрея очень много фотографий. Все, конечно, замечательно, но его фотографий тут нету. Мы при всем желании не можем такую страницу считать действительной. Должны быть фотографии владельца страницы. Тут вот у нас одни девушки, котики, кошечки. Я не думаю, что это вот у нас Андрей. Поэтому определяем еще следующий номер страницы. Пользователи как-то стали менее ответственно относиться к выполнению условий в акции с айфоном. С 1 по 362. Страница 150. Страница 150. Значит, смотрим. 11921. 12000. Такое вот ровное число. Может быть, оно нам поможет. 11955. Ой, 900. Не то открыл. Да, сейчас проверим. 955, да. 955.
Андрей Бацу. Вот, у Андрея прям очень много друзей. Так, мы проверяем, есть ли у Андрея фотографии. Так вот. Так, Андрей у нас. Да, вот, замечательно. У Андрея есть фотографии, есть необходимое количество друзей. Но, Андрей, вы вступили в группу? Призариум. Вступили. Вступили в группу Битвы брендов? Не вступили. Андрей, что же вы не выполнили условия акции? Сейчас бы стали победителем и выиграли бы iPhone. Но нет, не захотели вступать. Поэтому мы определяем еще раз номер страницы. Так, я, к сожалению, закрыл сайт Битвы брендов. Точнее, группу. Вот, обязательное условие подписаться на группу Битвы брендов. Все просто, крупным шрифтом. Все написано. Так, смотрим еще раз номер страниц. Первый по 362. Страница 255. Ближе к концу уже. Так, 20321. 20400. Так, Карина. Карина. Так, у Карины вот сразу видно фотографии, сразу видно друзья. Проверяем. Карина вступила в группу Битвы брендов. А, она не то, что в Битву брендов, она, да, не вступила. Она не вступила в группу Битвы брендов. Почему? Останется загадкой. Где-то написано огромными буквами. Друзья, что это вы так расслабились и перестали условия этого в акции с айфоном читать? Раньше как-то все было с айфонами быстро. Все прям внимательно вступали в группы. Так, 157-я страница. Так, 157. 157-я, да. 12481. 12560. 12546. Вот эта страница. Андрей. Сейчас проверим, вступил ли Андрей в группу Битвы брендов. Андрей не вступил в группу. Ребята, это какая-то прям беда. Так, номер страницы с 1 по 362. Страница номер 155. 12321. 12400. 1-й на этой странице. Так, 12321. Витя Лосев. Так, у Витя есть друзья. Сейчас тут сразу посмотрим фотографии. Вот, мы видим, фотографии есть. Молодой парень, может быть, он окажется умнее тех, кто был до этого, и все-таки вступит в группу. Витя Лосев вступил в эту группу. Это уже хороший показатель. Проверяем, вступил ли он в призыв. Вступил. И последний момент. Мы должны убедиться, что у него есть запись с Битвы брендов. Это обязательное условие участия. Участвовать в одной из записей. У него нету записи. Такое чувство, что из всех участвующих выполнил условия только там 1% людей. Почему так сложно-то сделать необходимые, выполнить необходимые требования? Идем дальше. Определяем еще раз номер страницы. С 1 по 362. Номер 115. Причем я видел огромное количество страниц. Кто мне там писал, какие-то вопросы задавали. У всех все выполнили. И записи есть. Все так. 9121. 9200.
9167. Алена. Я уже не знаю, с чего нам начинать проверку. Начнем с того, что участия в акции «Битва брендов» у нее нету. Начнем вот с этого хотя бы. Ой-ой-ой, подустал я, друзья. Идем дальше. Так, у нас 362 страницы, или я запутался уже. 362 страницы, 230. Страница 230. 18321. 18400. 17392. Сергей, выполните необходимые требования. Так, давайте проверим. Так, сразу. Вступил ли Сергей в группу? Да, здесь он есть. Здесь он тоже есть. Аж по два в каждой группе. Сергей, ну вот порадуйте, пожалуйста, выполнили вы акцию с... Сергей, мои поздравления искренние. Вы победили в акции. Вопрос, у вас даже осталась запись необходимая. У вас есть необходимое количество друзей, но мы подождите, мы не проверили фотографии. Но их 364, да. Сергей, мои искренние поздравления с этим событием. Вы мало того, что выполнили все условия акции, так еще и выиграли iPhone. Свяжитесь со мной ВКонтакте, администратор группы Призариум, Бабицкий Виктор, и я расскажу, как получить ваш приз. Пока.